Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в Снэп от Марвел. Сразу же с дури побежал Рэй на поединок. Итак, Shadow. Ну что ж, давай посмотрим, что за кекс этот Shadow. Постоянные эффекты здесь удвоены. Так, здесь нельзя разыгрывать карты на шестом ходу. Я даже не знаю, что сказать тебе по этому поводу. Удвоенные постоянные эффекты, наверное, уничтожить можно, в принципе, носорогом. Как ты считаешь? Здесь нельзя разыгрывать карты, которые стоят один. Сейчас мы сломаем это все. Шторм в обломе в таком. Да, Шторм? Угу. Прекрасно. Я, наверное, сделаю вот так вот. Да, напугал меня. И последний у нас ход. Вот так вот сделаем. И норм. Да. Молодец. Умнее ничего придумать не мог. Да, это надо было так лопухнуться. Зачем ставить туда магнета? Ну зачем, ребят? Ну, согласись, что это бредятина сейчас. Он просто бред сделал. В другое место ставишь, и все. И практически, ребят, победа у тебя в кармане. Нет, он ставит туда, куда не надо. Да, я так иногда тоже, ребята, туплю. Даже несколько раз это было при вас. Ставлю не то, что надо, не туда, куда надо. Так, давай попробуем колоду номер 16. Если честно, я не помню, что это за колода. Серьезно тебе говорю. По-моему, на перемещениях. Или же... Или на... Ну, началось. Ну, опять, что ли, эта фигня? Блин. Опять не дадут поиграть. Я не знаю, с чем это связано, друзья. Просто вот это опаньки и все. Что-то у них там с сервером это. Я не знаю, с чем это еще. Как ты объяснишь? Видишь, долго ищем противника. Оп, и все, и начинается вот это вот трихомудие. Ладно. А давай попробую перезайти. Может быть, как-то изменит эту ситуацию. Да ладно, мы нашли кого-то. Неужели мне теперь вот так вот придется, блин, под 50 раз заходить, чтобы кого-то найти случайно? Так, добавляет по случайной карте. Чудовище. А что он там дает? Возвращает остальные ваши карты из этой локации в вашу руку. Эти карты стоят теперь на один меньше. Что за мода этого чувачка выставлять? Я не пойму никак. На другую локацию. Так.
Ну, если я сделаю вот так. И что это было? Это был какой-то прикол, что ли, или чего? Давай сделаю так. И вот так. По-моему, я уже где-то это видел, ребят. Зачем я вот это сделал? Зачем я это сделал? Объясни-ка мне. И никого, никого не взяли. Но я выиграл здесь. Профессора поставил сюда. Ай, дурик. Просто, просто. Ну, не сработало, ребята, у него профессор. Че я могу сказать по этому поводу? Обломался, кстати, профессором, который блокирует. У нас залез. Какой-то залез. Ну, давай. Так, добавляет опять по случайной карте. О, лидер. Лидер, друзья мои, появляется у нас. Две сразу карты. Ну, ладно. А что это такое? Подожди. Меняет силу всех карт в вашей руке на... на три? Да ну, нафиг. Что-то мне такое не устраивает расклад. Всех карт в моей руке меняет на три. Что-то взял, переменил, переставил зачем-то их. Вот так я сделаю. Да, я уничтожу свою карту, но и его тоже. Угу. Так, что у меня тут? Пока находится в жопе, вы можете вытаскивать карты. Попробуем. Скорпион. Так, что мы дальше-то будем тут выставлять? Да, я могу сделать вот так. И вот так. Последний ход, да?
Интересно, что он разыграет. Я надеюсь, не какую-нибудь Фуфляндию. Так, ну что, я так понимаю, за нами победа же, да? Победа за нами, ребятушки. Ничего у него опять не получилось. Пыхтел, что-то там пыхтел. Пытался, пытался, но ничего не получилось. Так, дай-ка я посмотрю колоду. Всю 16-ю хотел, ребят, тогда у нас сбросилось. Сейчас, может быть, не сбросится. Найдем все-таки противника. Оу. Gold Flaming 9А. А, Gold Flaming. Это у нас на перемещениях. Блин, ну вот ниндзя этот вообще не в тему. Ну не в тему эти ниндзя здесь. Здесь сила самых карт удваивается, да? Ладно. Санспот у него. Ох ты. Идет все дело. Ну, давай, наверное, сделаем вот так. И вот так. Так, он перекинул. Берет Тора. Ну, Тору крышка, ребята, в любом случае. Седьмой ход. Ай-яй-яй-яй, понизили мы ему. Прикинь, сейчас сюда поставит. Вот будет облом-то, а? Нет. Джубили. Пум-пум-пум. Что это за... При раскрытии уничтожает случайную карту. Ай, поставил. Чудо гороховое. Да. Молодец. Красавчик просто. Ладно, я сделаю так. Ну все, проиграл парень. Тебя с этим поздравляю. С этим уничтожает. Он поставил, здесь у меня собака, оно не работает. Заблокировало ему эту способность. Да. Ну что же, объелся парнишка по крупнику. Бывает такое.
А так бы, да, конечно, если бы сработало, ух, было бы не до шуток. Было бы совсем не смешно. Так, сезонный пропуск. Что мы тут заберем? А заберем с тобой 15 бустеров на смерть. А значит, мы можем прокачать смерть. А смерть у нас находится в самом низу, потому что это крупная карта. Трехмерочку. Выглядит, конечно, прикольно. Угу. Мы скоро получим новую карту. Ну, точнее, сундук хранителя. Так, а... подожди, а что это у меня две колоды 16-16? Странно. Ну-ка, дай-ка мне глянуть вторую колоду. Вот эту вот. Я не уверен, может быть, Дэдпул сюда поставить. Вот. Так, подожди. Да как тебе? Вот таким вот образом. Попробуем. Давай сыграем за эту 16-ю колоду разочек. Мунстоун. Лунный камень, да? Давай так сделаем. Карнейджа поставил. Если у вас здесь нет карт, отлично. За каждую сброшенную, да, вами карту. Закончим пока ход. Карнейдж. Эй! Уничтожили Карнейджа. Но у нас есть Хэлла, так что не забываем об этом, друзья мои. Пока ничего не буду ставить. Ой. Угу. Так, наверное, сделать надо, да? Дедлок. Смерть. Нахрена ты Хэллу-то порубил, а? Почему ты не вот этот-то уничтожил? А что мне еще остается, друзья, сделать? Точно, я же забыл смерть взять.
Но мы, по-моему, проиграли, ребят, здесь. А, выиграли. 3.29, а у нас 7. Ну, 24 получается, а у него... А, у нас победа на двух локациях. Чё я очки-то подсчитываю? Победа на двух локациях, ребят. Да? Вот я заметил, постоянно уничтожает Хеллу. Постоянно, ребята. Но... Ну что, ты теперь будешь мне за весонами своими, блин, мозги пудрить? Что за игра, блин? То зависает, то... Партнера не находит, блин, в боях. Дэдпул, прокачаться хочешь, да? Хочет. Так, сейчас мы получим сундук. Хранилище коллекционера. Ну-ка. Просто изображение Спайдермена. Ну, новое. Но все-таки, ребят, моя любимая колода — это номер 9. Пока вот. Все пробовал. Но колода номер 9 почему-то вот больше мне нравится. Она как-то более такая. И тем более то, что там Вонг этот находится. Как говорится, под Дума, под Белую Тигрицу. Заходит на ура. Вот заходит и все. Так, Микай. У нас Микай какая-то. Карта в руках, хожу, положим. Угу. Не смогу ничего выложить. Опа, у него что, нулевочка, что ли? У него нулевочка оказалась. Давай так вот сделаем. Кейбл. Ну давай сюда поставим. Так, подожди. Давай так. Ну что, теряю? Ничего. А что делает урон? Постоянно двоит за каждую карту в руке вашего противника. Минус 2 к силе получает здесь. Но ведь я могу наколоть его, по идее-то. Могу же? Попробуем. Тор. Неожиданно, ребята, неожиданно. Это у нас последний ход. Как-то вот немножко не так все я хотел. Ну ладно, посмотрим.
Джубили. Оу. Но мы выиграли, ребят, потому что две локации наши, так что пускай он идет и курит бамбук. Наше дело две локации забить и все. Там хоть он 100, хоть 300, нам пофигу. Верно? Мы смышленнее, мы коварней, так что пускай он там не бухтит. Ну, опять начинается, ребят. Опять начинается. Ну что же, будем тогда ждать, пока не найдем противника. Естественно, буду вырезать вот эти вот опаньки всякие, шпонки и тому подобное. Да, долго не находится противник, видимо, придется перезаходить. Ну, честно сказать, друзья мои, не совсем прикалывает вот так вот по 30 минут загружаться, перезаходить в игру, чтобы тебе выпал противник. Это знаешь, что мне напоминает? Вот ты спросишь, а куда, ребята, делась игра Hill Climb Racing, вторая часть? А туда, ребята, что я не могу поиграть в нее. Я захожу, у меня доступен только режим приключений. Понимаешь? Режим приключений, в который ничего нельзя сделать. Я уже там и обновил, я уже все сделал. Нифига, я не знаю, это только у меня или это вообще у всех. Без понятия. Давай так вот заблокируем. Так, это у нас при уничтожении. Давай сделаем так. Что-то задумался. Что он там обменится руками в начале 6-го хода? Ты, блин, серьезно, что ли? Deadlock и Angel. Так, а у него смерть, да? Не густо, ребята, не густо. Давай сделаем так. И вот так. Ну а что ты еще придумаешь? Но мы выиграли. Две локации наши, поэтому гуляй, Вася. Он поставил магнет, он повелся на него. Это мой магнет, кстати, был. Вот это, кстати, я немножко, ребята, тупанул. Знаете, в чем? Мне надо было ставить туда носорога, чтобы он сбил. Чтобы он сбил вот этот вот обмен. Но я что-то фигню какую-то... А, я поставил белую тигрицу. Угу. Ну давай, показывай, что там у тебя. 5 кинергии... Оу, 5 кинергии на этом ходу. Блин, ну это шикарно. Давай так сделаем. И вот так. Угу.
А он поставил только одну карту, да? Зато какую? Так, а что у нас такая? При раскрытии эта карта находится на средней локации, потасует вашу руку в вашу колоду. Потасует вашу руку в вашу колоду, вытягивает три карты. Я до сих пор ничего не могу сделать. Веном. Ребята, веном, да? Постоянно? Нет, при раскрытии. А давай сделай вот так вот. Так. Снижает силу ваших остальных карт. Поехали. И последний ход. Дум. Проиграл ты, парень, проиграл. Просто проиграл. Ну, а мы с тобой получаем 18 уровень. Замечательно. Так, даже задание какое-то выполнили. А выполнили вот. Ать. Замечательно, еще, да, 200 кредитов. Так, 15 золота. Угу. Еще и сезонный пропуск. Новый титул. Кладку не приучили. Кладку не приучили. Так, у нас есть, ребят, 355 кредитов. И можно что-то нам улучшить. Вопрос: кого улучшить? Этого, что ли, засранца? Ну, давай. Хоп-гоблин. Так, ну что, 50 кредитов. И последний, ребят, наверное, на сегодня поединочек. Потому что... потому что очень много времени у меня ушло на поиски противников. Я чувствую, сейчас опять это повторится. Да? Нет, нашли. СПЕ-2. Не знаю, что такое СПЕ-2. Два ксили карт в руке. Ну, нормально. А если у тебя там единички были? Да? Карты вообще халявные там по одному-два. Это вообще ништяк. Ну ладно. Электру поставил. Электру. Нет, ну зачем же ты? Зашибись. Вот это он сейчас халяву, ребят, получил. Он сейчас получил халяву. У него два этих вылетело. Да-да-да, вот эти вот. Сколько они стоят? 2-3. Ну давай я сделаю так.
И вот так. А кое у него еще здесь. Ну, погнали. Поехали. Так, ну и потом Doom на дорожку. Что еще? И последний ход. Поехали. Что он там сейчас сделает? И все? Так он проиграл, ребят. Спасибо за 8, Макс. Огромное спасибо. На Чевисе, думал, выйдет. Ай, губошлеп несчастный. Будет ему уроком. Будет ему, ребята, это уроком. Захотел там обыграть меня. Ладно, еще, ребята, на дорожку, как говорится, одну партийку. Я бы ему, знаешь, что сказал? Сделай вот так вот. Эндер. По-моему, Эндер я уже когда-то видел. Встречался я с Эндер. После четвертого хода, как всегда, там уничтожаются карты. А если я, например, поставлю армор, они тоже уничтожатся или нет? Морду поставим сюда. Вот так-то, значит, да? Эх, проигрывающего. Давай так сделаем. И вот так. Угу. Так, ну что, у нас... Кого он там поставит? Здесь уничтожатся карты однозначно, ребят. Просто однозначно. Поэтому... Поэтому я ставлю вот так вот. Ну и прекрасно. Куда тигр прыгнет? Так, кузнец и Хеллбастер. И последний, друзья мои, ход. Ну давай сделаем так. Уговорил. Стрэндж. Давай, иди сюда. Блин, проиграли, ребят. Вот из-за вот этого, из-за этой карты проиграли.
Что-то я подумал, что он 4 стоит, а он стоит, по-моему, вообще 2. Так, ну, партийку надо все-таки, ребята, отыграть. Как ты считаешь? Так, у нас еще что-то. У нас еще хочет прокачаться очень много. 8 карт аж хочет прокачаться. Не имею права отказывать. Кло. Давно я им не пользовался. И давно, кстати, я не видел, чтобы им кто-то играл. Поначалу, в начальной самой мете, да, ребят, за него часто играли. Ну-ка. Да что ты, блин. Он в последнее время только кредиты нам дает. Синее чудо. Какое еще синее чудо? Подожди, еще 8 карт. Халк. Легендарный. Шани Лоуго. Ну, отыграться надо по-любому, ребят. Отыграться нужно. Жалко, конечно, не с ним. Нет такого, знаешь, как матч-реванш или еще что-нибудь. Но я попробую надрать ему задницу. Тан 188. Типа Танос? Да, карты, конечно. О. Кравлера взял. После пятого хода. Так, случайным образом перемещается на другую локацию, да? Ну давай так сделаем. Возьмем морду. Электру зачем-то подсунул сюда. Блейда. Так, ну что, здесь получается нам надо сделать следующее. Кто здесь имеет больше карт? Сразу троих уничтожаем, да? Так, что там у нас при раскрытии сбрасывает карту? Давай-ка сделаю вот так вот. Сварм. Он его хочет уничтожить, друзья. Он хочет сварма уничтожить. Поэтому я не могу этого позволить. Ходим мы первым, да? Поэтому мы блокируем сразу же здесь этот вот рой. Вот так вот. Ну, Сакой немножко обделся. Чуть-чуть. Итак, последний ход, ребят. Вот так я сделаю. Позову Дума. И все? Обидно, да? Обидно вот так вот проиграть. Ну что, я вам обещал, что мы отыграемся, ребята. Вот мы и отыгрались. И причем довольно неплохо отыгрались. Даже еще одно задание выполнил. Через снэп было разыграно. Вау. 32 ранг. Сезонный пропуск. Так, 200 кредитов разобрали. Да, это все, ребята, дается только через
таинственная вариация. Это у кого премиум аккаунт, ребята. Открывается на 50-м. Hot Monkey. Конечно, хотелось бы на 50-м. Где? Вот она. Открывается с премиальным сезонным пропуском уровня 50, понимаешь? То есть мне, обычному игроку, этого не видать. Этой карты мне не видать, ты понимаешь? Обычному рядовому бойцу. Ни за какие ковришки я ее не увижу. Блин, вот это прикольно сделано, да? Зимний солдат такой, бейсболист. Спасибо за бустеры. Так, бустеры получили на Скорпиона. Еще кто-то один хочет у нас прокачаться, но... Я, наверное, устану искать здесь. Скорее всего. Не найду, ребят, я этого последнего персонажа. Когда-то Moon Girls, ребята, у нас рулила, помните, да? Колода на динозаврах. Сейчас уже она не актуальна вообще. А раньше была топовой, ну, можно так сказать. Да, не найду я, ребят, сейчас карту, которую нужно найти. Ну что, друзья мои, на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.